Давайте веселиться! Давай! О, у тебя два рулона металлических, что? Да. Обалдеть. Целых два рулона. Я остановился, чтобы, ну, посмотреть, как ты ебнешься. Я проебал, походу, рулона. Надо еще два брать. Ща возьму. Ну я не согласна. Я не хочу, ты сейчас победишь. Не факт. Ты разобрался, сейчас начнешь побеждать. Не факт. Ты толкаешься. Ну ты чего? Не надо! Вези меня. Найс, меня устраивает. А меня не устраивает, слезай, тихер. Проиграем 17 секунд, держу. Ребята! Держу! Где положи его! Стол заново, почему нет стола? Тут тарелка. Короче, ребята, возвращайте заказ! Не успеем к сроку собрать наш ебаный стол, нахуй! Новый год, блядь! Сидите, с салатами, кушайте голубцы! И ебите мост со своими стульями, блядь! Рисунок ему, нахуй, не тот! Дима, ну реально очень похож на какого-нибудь строителя! Эту звездочку, твою мать, блять. Так, шоу тут вампиры ебани. One more mark, then we can go. Скрытность, это мой второе имя. Мой конек. А первое тогда какое? Долб, судя по всему. Такой. Смотри. Нет, все нормально. Контролируй полностью. Сука, это как человек наклонился и побежал по кругу такой, чтобы не упасть. Нет. И мне нужно прям чистить. Что, блядь, чем он занимался, что у него вот эта хуйня? Он тут анусом своим грязным. Пиздец, он перелезал через ванну, сидя вот здесь же говяным анусом. Disgusting. Just disgusting, you know? That's so good. Шоколад, конечно, блядь, ага, расскажешь, шоколад. Reminding me of my graduation. Боже, она разрешит нам снять свою крышечку, чат? Лучшая девочка в городе. Сигурни. А? I'm not going to open it. Что? Почему? Что? Нет! Mysteries are intriguing because да что за фигня? Мы возили ее для чего? I'm gonna keep this one an eternal mystery. Are you sure? Yes. I've made up my mind. Then you have truly come to the truth. I knew you were a fine student. But you must never tell anyone. Ну, красиво. Тут есть дерево. Мне тут нихуя зацепиться не за что вообще. Дождем получается. У меня еще просто музыка из Матрицы файта с этим, с агентом Смитом. Я поворачиваю камеру там. Пап! Вот это. Эта бандура медленно тонет. Еще кое-что, нечто странное произошло, когда я взглянула на свой член. На свои часы! Часы там написано! Какой член? Часы! Чтобы... Я не знаю, почему я увидела это слово. Ну тут шрифт непонятный, понимаете, мутный, короче. А я вообще-то очки ношу, да, я плохо вижу. Я тоже прочитала член, спасибо. Так, почему? Я перелечу. Так,
Вообще, короче, за герцогом охотятся... Охотятся... Я, по-моему, убедительно вру. Я должен его предупредить, поняла ты? Надо выкинуть 30. Ну, изи, смотри. Да хоть... Ирландцы! Откуда они взялись? В атаку! О, блин, ребята, это вы зря. Что? Не материться? Да. На самом деле это легко. Family friendly. Чё? Ну да, давай. С этого момента, да? С этого момента мы больше не материмся. Хорошо. Все, не материмся больше. Все, не материмся, хорошо. С этого момента. No mata, no mata. Если там лежат эти, то мы, наверное, не сможем их взять без крана. У меня есть кран, но я у меня доехать не могу. Вот они лежат, блядь, нет. А, вот как они тут лежат. А, вот как они упали, точно. Что у вас общего? Родители. Что? Извините. Окей. Я забыл даже, что хотел ответить. А вы думаете, как мы познакомились? Почему мы никогда нормально... Почему мы никогда нормально не рассказываем эту историю? Ё-моё. Ты зачем спалил это на Новый год людям? Ё-моё. Чат, ничего не было. Стрим после этого придется удалить. Старые карманные часы на заводной головке. Да... Это вообще тупо. Я не знаю, почему мне смешно. На заводной головке есть задвижка. Да что? Я не понимаю, что со мной происходит сегодня. Это очень тупо. Чего вы-то смеетесь? Она менеджер, любит шоколад, не любит мороженое. Я очень слушать панк-рок. Так. Держи шоколад. Большое спасибо. Пошли на свидание. Так. Что я люблю? Шоколад. Какой жанр музыки я люблю? Панк-рок. Кем я работаю? Менеджер. Ладно, пойдем обратно, я устала. Да в смысле? Извини, мы не подходим друг к другу. Да почему? Почему? Я же все правильно ответила! Типичная женщина, блин, получила от меня шоколадку! Да почему? Ты давала списывать Лерке. Ну. Ты хоть могла подумать, что ты потом будешь крестить ее ребенка? Боже, да я думала, она убьется где-нибудь, не закончив колледж. Вот прикинь, да, жутуха повернулась такая. Убьет ее какой-нибудь маньяк, к которому она сама придет. Вот что я думала про Лерку. Ну тоже. Так она и в жизни и бывает, как оказалось. Дамы и господа, скоро я стану бабушкой! Мои нашпехали детишек! О, Бет, как замечательно! Да что меня Санта-Клаус через трубу что-то сказал, дорогой? Я имею в виду, поздравляю тебя, бабулька ты наш! Да, мой сын Дэниел и его жена ждут ребенка, разве не здорово? Но да, им-то было здорово. Но есть обратная сторона. Да, этого гвоздюка придется растить. Возможно, да так, ладно, если, слушайте, 2 и 2, в общем, ты к ним едешь, да? Здорово, Бет, я так за тебя рад. Это чудесно, Бет, поздравляю. Желаю тебе и твоей семье всего счастья вот этого на свете, но как же вы А, Томас, стали Брэнди, а я принесу пирог. Я зайчик. Приятно. Болванчик. Обидно, ну ладно, не. Ну мы же не гопник. Мы не будем отыгрывать гопник.
Приятно познакомиться. И мне приятно. Классный у тебя нос. Не смей, сука. Ой. Простите. Мне хватило на 5 минут. Тебе стоит поговорить с директором по персоналу на втором уровне. Есть какая-нибудь полезная информация? Да нет, говорит. Вы чувствуете боль, если ты прожигаешь вашу одежду? Да похуй. Слушайте, ну... У нас наступает тот самый возраст, когда уже потихонечку забываешь о том, что было 3-4 года. Поэтому... Она ничего не помнит уже, если честно говорить, так-то, да. Ну, знаешь... Но иногда выборочно такая. Опа, а я помню. А, ну да. Мам, помнишь, ты мне в больнице банан давала? Вот это воспоминание детства, блядь, это вообще... Ну, типа, реально, меня положили в больницу тогда, я помню. И она пришла ко мне в гости. Я вам, по-моему, даже рассказывала этот случай. И мы, типа, знаете, там, туда ее возим, сюда ее возим. Она такая, а, помнишь, я пришла к тебе в больницу и подарила мне банан? Я такая, да, это то самое воспоминание, которое стоит помнить на всю жизнь. 30 лет потом. Да, да, да. Меня мама возила по больницам. Все время болела. Помню, бананами меня кормила. С тех пор бананы не люблю. What happened? Ой, do something, ой, go away! Заткнись! Извините, чат. What happened? Ой, досон. Так, все хорошо. Смотрите. Вышел из тумана, вынул из кармана. Буду резать, буду бить. С кем останешься дружить? Вот это, вот это нормальная дверь. Вот это? Дергай. Дёрг. Да. Ну. А с той что? А с этой что? А это походу не нормально. Да не трогай. Наверное, ну, подозрительно, наверное. Не может. Привет. Любопытная Варвара, да? Ну, мне было интересно. И чё там? Нормально, в другую сторону поворачивай. Как будто фотосъемка лохнесского чудовища. Что-то там из воды показалось. Сука. Да ща и я приеду. Не благодари. О, блядь. Ничего страшного. Отпускайся. Нет. Нет, нет. Нет. Ну что ты так сделала? Под трехочковый. Ну, математика у Алисы лучше получается. Ого. На сегодня посмотрим, играла с подружкой, сидела, короче, в Роблокс. Играют, играют. Там что-то час они, по-моему, играли. Я говорю, Алис, все, теперь время идти уроки делать. Ну, потому что она делает за последние 4 дня уроки за 3 недели, которые она не делала. Поэтому у нее там просто завал, загром. Я говорю, ну, уже тянуть дольше нельзя. Я к ним подхожу, говорю, типа, все, пошли, время делать уроки. И она такая, Настя, давай пока. Я ухожу навсегда, потому что там огромное количество заданий. Сегодня я их точно не доделаю. Поиграем с тобой примерно никогда. Я такая, типа, блядь. Вот это драма, вот это драма.